Всем привет, друзья! Поздравляем вас с Саньком с 2019 Новым годом! Надеемся, что у вас будет счастье, просто мир, любовь в новом году. И так как наступающий год это год свиньи, то вы можете оставаться жирными. Ха-ха, как, Саня? В этом ролике мы будем звонить своим подписчикам. Я сначала предлагаю зачитать вообще первый анекдот, который без номера. В школе Вовке сказали, что у него лицо похоже на жопу. Приходит Вовка домой и говорит маме: «Мам, у меня правда лицо на жопу похоже?» Мама говорит: «Да нет, вроде, только издалека, сынок». Идет Вовка по улице, видит открытый люк, заглядывает, а люк был глубокий. Видит там сантехника, а тот, увидев его лицо, говорит: «Не срать сюда!» Так, ну чё? Надо что-то придумать, чтобы им звонить и что-то сказать такое. Давай будем из полиции звонить. Ну, без полиции, кстати, можно, давай. Это майор Попов. Приколюха, да. Алло. Самат, здравствуйте. Здравствуйте. Это доставка пиццы, вы заказывали? Нет. Новогодняя пицца, нет? Нет. Братан, привет, это Артём Ларис. А, привет. Как у тебя дела? Ты меня не узнал? Нет. Поздравляю тебя с Новым годом, брат. Ты попал в новогодний выпуск. Скажи что-нибудь, пожелай ребятам. Пожелай ребятам что-нибудь. Ну, всех наступающим, там, желаю всего счастья, хорошего. Красавчик, были от души. Такими качками, как ты. Да-да-да-да. Банок больших. Еще и больше, да? Спасибо, с наступающим. С Новым годом тебя. Подходит пьяный мужик к дому, а там береза. Он ее гладит и говорит: «Береза, ты русская». И раз об березу поцарапался. «Ах ты, сука, ща я тебя спилю». Приходит домой, а там жена: «Дорогая, где пила?» «Нигде не пила». «Тьфу, бля, я спрошу, где пила?» «Ну, соседа пила, и что?» «А зачем ты ему дала?» «Да не давала я ему, ну ты же сказала, что у него пила». Ну подумаешь, раз ему дала, кто же знал, что он такой болтун? Это Влад? Здравствуйте. Добрый день, Владислав. А вот вам пришла повестка. Не могли бы вы указать свой полный адрес? Что за повестка? Из армии. Рано еще. А сколько вам лет? У вас написано, что вам 17 и скоро исполнится 18 лет. Ошибочка. Ошибочка? А сколько вам? 16. Брат, это Артём Ларис. Привет, с Новым годом тебя. Прикольно, да, разыграли тебя? Испугался, наверное, уже, да? Уже начал деньги собирать. Да, деньги уже начал собирать. Купить хотел повестку, я как чувствовал. Ладно, брат, с Новым годом тебя. Всего хорошего. Давай, пока. Обосрался. Он реально обосрал. Перепутал. Это не я, рано. Звонок на радио. Алло, здравствуйте. Я хотел бы поздравить своего папу с днем рождения и пожелать ему счастья от всего сердца до члена. Докуда? Не докуда, а до члена. До члена. Муж с женой всегда занимались сексом в темноте. Однажды жена решила испытать новые ощущения. Включила свет, у мужа в руках увидела вибратор. «Ах ты, подлец, ты меня все это время обманывал». Муж: «Я-то ладно, вот теперь ты расскажи, откуда у нас дети». Пришли как-то Пупа и Лупа получать зарплату. Но в бухгалтерии все перепутали, и Лупа получил зарплату за Пупу. А Пупа за Лупу. Тра-та-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит из колбасного цеха. И вот хотим... А где Айбек? Алло, погромче говорите, пожалуйста. А где Айбек? Можно Айбека? Альберт? Айбек. Ну, если есть Альберт, Айбек? Можно и Альберта. Вы не туда куда-то звоните, тут нет Айбеков. А, кто-то, видимо, молодой, написал нам анекдот про колбасу. Молодой сын и молодая дочь, конечно. А вы можете, пожалуйста, сыну трубочку дать? Спросите, знаете? Сейчас не могу, он пока в бане. Ладно, передайте ему, что звонил Арчо Моррис, он будет очень рад. Собрались волк, заяц и хомяк в Лондон ехать. Волк говорит: «А как нас будут в Лондоне называть?» Заяц говорит: «Меня Зуй, тебя Вуй». А хомяк говорит: Не мужики, я с вами не поеду. Ибо я хуй. Да. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы слышали, вы качаетесь, да? Просто хотим предложить вам спонсорство MyProtein. Нет, спасибо. Нет, братан, это Арчо Моррис, здорово. Привет. С Новым годом тебе. Тебя с наступающим. Ты попал в новогодний выпуск.
поэтому будешь на канале. Спасибо. Давай, и мы зачитаем твой анекдот про зубы. Да, зачитаем твой анекдот. Спасибо, что написал его. Смешной. Спасибо, очень рад. Пока. Давай, удачи, с наступающим, давай. Так. Анекдот был «Бублик-бублик», кричали дети, не подозревая, что колобок серьезно ранен. Не знаю, кто-то понял эту шутку или нет, но колобок круглый, а бублик с дыркой. Ну. Алло, здравствуйте. У вас спина просто бешеная. Угу. Спина просто бомба, брат. Это Арчо Моррис, мужик. Серьезно? Да, здорово. С Новым годом тебе. Спасибо. Ты попал в выпуск новогодний, завтра на канале будет. Да, и мы зачитаем твой анекдот. Да, хороший анекдот, молодец. Бля, вообще серьезно. Пожелаешь что-нибудь пацанам на канале? Пожелаю, да, на канале чем-нибудь пацанам. Удачи. Все, спасибо. В общем, анекдот. У молодой пары родился ребенок. До 5 лет он не разговаривал. Родители повели его к врачу. А врач говорит, ваш ребенок будет говорить только первые 3 человека, которых он назовет, умрут. Но ребенок сказал, баба, умерла бабушка. Сказал дед, умер дед. Жена пошла в магазин, муж остался с ребенком. Он говорит, папа. Муж лег на кровать, руки сложил, думает, ну сейчас умру. Приходит жена, говорит, что разлегся, пошли на похорон, сосед умер. Вы сегодня совершили грубое нарушение, сбили Деда Мороза на велосипеде. Это кто? Это с полиции звонят, майор Рыгалов. Аня, понял, кто это? Коза, уходя из дома, сказала козлятам пароль. Соси сосок. Козлята сказали хорошо. Волк услышал разговор мамы с козлятами, подошел к двери и кричит, соси сосок, а козлята ему ответ, соси хуёк, у нас глазок. Алло, здравствуйте, это Усуп? Нам сказали, что вы занимаетесь спортом, мы хотим предложить вам контракт с Рибок. На с Рибок. Выключился, блин, зачем ты заржал-то? Это слышно, ё-моё. Я понимаю, это меня просто... Жалко, сорвался. Сорвался, конечно, я бы тоже сорвался, если бы ржали там. Но анекдот крутой. Пупа и Лупа нюхали наркотики. Лупа кокс, а Пупа кокаин. Но они перепутали дорожки. И Лупа нюхал кокаин за Пупу, а Пупа нюхал за Лупу. Добрый день. А мы вас беспокоим из военкомата Самарского. Вы поставлены на учет. Это же Илья Рожков, правильно? Да, верно. Да. Да, мы вот вас ставим на учет, и вы должны явиться и принести справку о своем здоровье, взятую в поликлинике в ближайшей, не позднее 3 января 2019 года. Адрес вы наш можете найти в интернете. И вот смотрите, Колобок зашел в универмаг, заглянул в отдел спорттоваров и, глядя на мячики, удивленно воскликнул. Надо же, секс-шоп открыли, брат, привет. Привет. С Новым годом тебя. И в военкомат не надо идти. И в военкомат тоже не надо идти, это новогодняя шутка. Он бы пошел. Он бы пошел, да. Ты попал в видос новогодний. Ты попал в видос новогодний, передай пацанам привет, поздравь их. Новым годом, друзья. Счастья, здоровья вам, удачи. Да. Вот, спасибо, братан. Я в шоке, конечно. Ну ты да, главное, не... Спасибо. Никто не ожидал, да, что я звонить вам буду. Да. Он больше офигел того, что его в армию. Да. В военкомат не хотел идти или прям с радостью пошел бы? Да я бы с радостью. А ты бы пошел, если бы мы тебе не сказали, что это шутка, ты бы пошел? Блин, это угарно. Блин. Ну ладно, еще раз с Новым годом тебя. Спасибо, что ответил, было весело. Не обижайся на нас. Завтра в выпуске смотри себя. Давай, пока. Вот это забавно было. Вот таких бы почаще, короче. Ну, он обосрался знатно. Это продолжение звонка. Вам необходимо пополнить счет. Все, пацаны. Вот пацан, конечно. Блин, вот самый последний, это самый крутой, да, отзыв и самая крутая реакция. Если ты это посмотришь, Илья, не обижайся, просто это первое, что пришло в голову, и ты так... У тебя хорошо было слышно? И ты очень так четко повелся. Да, остальные были немножко такие там шумы какие-то сзади. Причем, кстати, имя я его чисто угадал. Там был Илья Рожков, и я такой думаю, наверное, Илья. Да. Вот. Ну так, друзья, спасибо большое за внимание.
Ставьте лайк этому видео новогоднему. Еще раз поздравляем вас с Новым годом. Желаем счастья, здоровья, успехов вам. Много-много денег. Много-много бицепсов. И чтобы у вас везде было много подписчиков, потому что сейчас век подписчиков, походу. Чем больше подписчиков, тем ты круче. Да, но не крутите, пацаны, крутите, это все ерунда. Да. Так что всего вам самого хорошего, здоровья и счастья вашим семьям. Всем удачи. Всем пока.